Золотыми буквами на стене почета, расположенной на площади флага, высечены имена людей, чья деятельность была направлена на обеспечение благополучия города и рост благосостояния его населения. Именно за эти заслуги, согласно уставу, присуждается высший знак почета города Сочи. На курорте это звание было учреждено 16 сентября 1970 года. Интересно, что первый почетный сочинец Борис Тевлин был внесен в этот список еще до учреждения звания в 1966. Еще бы, этот хоровой директор в течение 15 лет руководил концертами хоровых коллективов на Театральной площади. Следующим почетным гражданином Сочи стал уроженец города, космонавт Виталий Севастьянов. За 45 лет существования награды этот список пополнили и видные политики, и знаменитые спортсмены, и ветераны войны. В последнее время новых почетных сочинцев на сессии городского собрания выбирают ежегодно. В 2014-м ими стали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Казак, который курировал вопрос подготовки к Олимпийским играм в Сочи, и руководитель оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. Не исключено, что в этом году почетным гражданином Сочи может стать известный дирижер Юрий Башмет. Во всяком случае, его кандидатуру обещал представить на рассмотрение в городское собрание мэр курорта. Маэстро на предложение отреагировал с юмором, заметив, что в таком случае он сможет бесплатно ездить по Сочи на общественном транспорте.